один. Да один-то он сделает, да хотя бы попадет, это хорошо. Опыт уже получит. Паша, ты хоть раз попал за всю игру? Да. Все, достижение, ачивка. Achievement get. Попал. Так, я беру... Ладно. Я ББ1. Сейчас появляемся все. Чих-пых вас сейчас будет делать. Так, я резнулся, жду, где кто еще. О! Кто вот, рядом? Вот, вижу. Вы давай, где, ребята! Мы тут рядом. Да. Недалеко. Что, лаг? Да. Ах ты лагающий, Денис. Это самый пиздатый самолет. Ну, самый на 7. Лагающий. У него 12 или 13 калибр. Перед нами враг уже. Ё-моё, где? Кто? Не вижу. Бля, я сзади Паши прям. Я вижу, я скорость специально добавлю, чтобы догнали постепенно. Уже обстрел не видно, сверху. Слева, на ИЛ-2. А-а-а! Уже! Получил, люлей. Попадание, все. Попадание. Попадание. Молодец. Тихо, Паша. Главное, блядь, не на меня. Тихо. Паш, ты скоро опять. Пизда, Паш. Вытягивай. Пошли в тему. Смотри, сейчас будет в тему. И тебе спасибо, Паш. Трое в одно место. А с тобой что произошло? Меня в задний расстреляли, пока я вас прикрывал. Паша, блядь, прям на меня налетает. У него... Он налетает на моё крыло, у него ломается крыло, блядь. У меня капитан сломалась, нахер. Вот это что, хлопни. А пилот жив, чё, кабина отлетела, ладно. А пилот он норм. На Пенова пошлите. А нет, на Хедова. Это я, на кого Паша идёт. Кто-нибудь прикрывайте меня. А где Паша? Он снизу. А, я просто на высоте появился. Сейчас я вас догоню. Авиация врага наносит удары по нашей базе. Остановим их. Я охуел. Кто-нибудь прикрывайте меня. Где вы там? А, вон, вижу. Вас осторожно, Паш, тебя в задницу заходит там. Могут. У меня есть бомбы, мне надо их сбросить на противника. Павел, давай, заебашь его. Давай, помогай ему, Валера, я к один убиваю. А уже лень, папа, да, не 5 минут. Ну, у тебя калибр просто, Паш, не очень велик. Поэтому... Мне крыло... Одно крыло едет с ним хреново, другое едет как живое. Если что, дремится со временем, держись, он готов. У меня перезарядка. Ну все, минус было. Минус я. Да достал он, блять. Вот эта карта, она какая-то, блядь, невезучая. И не говори, на всех других выигрывали, тут не может. Вот я после... Симпл неудач. Да ты не понимаешь, вот эта карта, мы на ней всегда проигрываем. Это сама карта, блядь, невезучая, неудачная карта. Вот там, где именно, знаешь, ну, помнишь, Денис, захватывать эти, как бы, он там всегда, блядь, практически выигрывает. Паш, давай, я за тобой лечу, пытаюсь помочь. А, попробуй тут залететь. Валера тут пролетел. Причем прямо перед моим носом. Оху. Кто его сбил? Попадание, ё-моё. Мне пизда, чуваки, бля. Утечка. Денис, у меня пиздует утечка. Всё, я не успел. Но он далеко был. Попадание издалека. Если что, на Z, Паша, приближение. Z? А, спасибо, такого приближения мне не очень надо. А, да. Ты колёшь на камеру, отодвигай. Друг друга врезались.
Ого. Не, ну типа иди килл засчитали. Нет, нет. Суровый японец, слушайте. Суровый камикадзе. Они же всегда камикадзе. Ну, так и да. Бля, вот японцы, насколько я знаю, они даже не стрелялись, они тупо сразу шли на таран. Я согласен. Да не в том, что согласен, так оно и было, по-моему. Да. Сдохните! Е, я его поджог. Давайте, добивайте, добивайте. Валер, что повреждение? Е. А мне кто тоже. Меня сбивает, сука. Да кто я, меня тоже? Вот они там летают, какие-то единственные единицы. Начинают, блядь, сбивать просто. Бля, если карта еще раз появится, то я, сука, сломаю свою. Сломай систему. Я взломаю компьютер. Ладно, пошел ты. Я лечу. А вон там еще один. Сколько по нему попадание сделал? Ну, у вас же супер мега технологии. Нет. Там ты можешь посмотреть наши калибры. И вот у лага там идет 12 или какой калибр. Вот за лага легко снять кого-либо. Потому что он лаг. Он лагает. Он лагер, ёбаный. А, я живой, у меня все черное, кроме На нахуй. Как я ему, сука, задымил, блядь. Очко его, сука, ебаное задымил. Я почти сдох. Но как я жив, я не понимаю. Опять я в кого-то врезался. Паш, иди. Ты самый главный жив. Без крыльев летает. Ты? Нет, он горит. Все, все, он упадет. Но он сейчас умрет. Там, если хоть что-то оторвалось, то все. Ну, без крыльев ты. Короче, камикадзе. Да. Добро пожаловать, перед японцев. Олег, ты что, за немцев? Нет. Почему за немцев? Он так-то за СССР, это все. Мы все за СССР. А почему самолет вроде немецкий? Немецкий, он русский. Это русский? У него есть звезды. Ёп. Звезды. Ее! Денис, ты сбил кого-то? Я Раньше. Два, я минус два сделал. Это когда? Лал. Ты одного убил, который меня? Ты пошел живой еще? Я давно сдох. А, ну у тебя три самолета есть пока что. Паш, покупай там за 50 косарей этих пиздюлин еще одно место для самолета. И потом купишь еще один самолет себе. И, кстати, если каждый день заходишь, ну, там серия не прорывается, тебе дают деньги и опыт и все такое. А мне сегодня не дали. Не знаю. Жмоты ебаные. И, кстати, если ты навел, ну, как бы захватил цель и нажать правую кнопку мыши, то тебе будут показывать, где это все. Походу, у меня сейчас труба будет. Труба, сейчас их, сука, их не базе, блядь, будет труба нахуй. Мне бы дотянуть хотя бы до кого-нибудь бомбы сбросить. Враг атакует нашу базу. О, шикос, я прям на их базу сейчас. На их авиацию. Кстати, технику. На. И на тебе еще. Меня пизда, мне меня бомбить пошли. Ебучий ПВО, сука, ебаный. Ты бы видел, где я? Я снизу. А где Денис? Я в гуще событий. Где-то на базе там целый гуще. Снизу обстрелил. Там еще какой-то чувак. На таранку! Можно прямо тупо на базу сбрасывать бомбы? Да. Тебя отшибло ПО, Денис, косяк. Да, вижу. Если тебе... Давай сбрасывай бомбы. Первым всем врыл акварии. Бум. Русян не сдается. Ай, блядь! Сука, мандарин прям в глаз, ебаный мандарин.
У меня же защита, сука! Очки! Ты именно. Не помогли тебе? Нет. Я его стою, чищу, блядь, смотрю на него, он, сука, прям под этот, блядь, пидорас, блядь. Паш, видишь, как ракета у меня? Вот бы мне таким, что, сука, мет. Типа 17 шаг? Да. Это очень маневренный самолет. Очень маленький. Я вижу. Вижу. Сейчас будет, если я успею до их базы долететь, то я их... Ебучу, вот бы мне, сука, таким метким быть. Мне бы быть таким метким. Как этот ебучий апельсин. Он прошел, сука, в защиту, блядь, ни разу не попал. Но в глаз он, сука, умудрился. Это пиздец. Денис, у тебя когда-то такое было? Бывало. Тоже защиту, блядь, прорывали. И, а в диагонали прям. Так, хопа, и в глаз. Пидорас. Вот я прям сейчас прям у глаза буду тебя чистить. Денис, извинился. Да, мягкая посадка. А чё, у меня эти жилы? Пилоты. Я уж просто добиваю. У меня осталось два бомбардировщика. Потому что я уже не успею никого убить. Ебучая, разъебучая, невезучая карта. Смотри, какой корыто, Паш. Сейчас посмотрю. О, нихуя корыто. Нифигонько такое. Угу. Валер, я, кстати, на этом реалистичном корыте про это болил всех. Да? Да. Валка. Противник побеждает. Нужно контратаковать. Все, 4 техники. Я не успею столько сбить. Хотя, если меня сейчас никто не тронет, это возможно. Ебучий апельсин. Вот так тебя прям в жопу, сука. Вот так, блядь. И разрываю на две части. Халк. Все, бомбы полетели. Меня прикалывают, как они свистят. Все, пошел сбивать самолеты. У меня этот свист был всегда. Когда я, помню, смотрел телек, уснул, и там был свист. Попадание? Пах, я попал на бомбардировщики. Так, ну надеюсь, я там попал. А, уже двое осталось у нас. Фигово. На! Дохни! Ё-моё. Умирать так умирать. Вплотную приблизиться. Пристрели ты его. Я еще жив, Паша, я жив. Нет, ты же все. Нет, я могу еще управлять. Мне покинуть самолет нет. Я должен отремонтироваться, успеть. Я успел! Утопился. Зато пилоты живы. Это тяжелая посадка. Да. Ой. А там кто еще остался? Джокер, Алекс, Бомбино. Я еще. Безумно. А, ищи ты. Это если что такое? Тут пулемета сверху есть, смотри, а спереди. Это чистый бомбардировщик. Все, я знаю, что я сделаю. Я на самолет сброшу бомбу. Получится бы. А я так убивал, бывал на случай. Сейчас будет мега файл. Не получилось. Тут, кстати, перегрузка, все такое есть, это вообще класс. Ни в одной игре я еще не видел. Хотя, кроме ИЛ-2. Это же варзюм был. Где кто-нибудь, я никого не вижу. А, вот. Спитфайер, иди сюда, я тебя на таран возьму. Сбили? Или не я? Что ты там звездочками пишешь?
Наша база атакует. Это он ругается. Нужно пытается остановить нападающих. Что случилось? Мы все слышали. Все. Закончилась борьба. Ладно, выходим. Надеюсь, Паш, ты сейчас получишь первый левел. Вряд ли, что-то мне кажется. Я ни одного килла ведь не сделал. А когда... На первых левелах... Почти последнее место. Ну, по идее, тебе сколько... Сейчас еще два боя, ты получишь первый левел. Самое главное, тебе выиграть. 500 опыта дали где-то. Ну, если это за проигрыш, а при выигрыше в два раза больше. Так, сейчас я команду прокачаю. Два косаря опыта сейчас, еще надо три косаря. Два боя в победу. Так, что мне прикупить? Посмотри там в исследование, нажми. И что, какое мне лучше? Ну вот, изучай, вот кем ты, например, хочешь быть? Штурмовиком, маневренным истребителем. У меня все эти самолеты есть. А? Левел нужен. А, ну тут по левелу. Ты можешь пока взять и 15 какой-нибудь резервный из них. Денис, у меня, короче, есть все вот эти самолеты, ну, которые доступны. Кроме бомбардировщика. Вот, короче, Паш, после и 16, и 18, иди по этой пока линии. И остальные изучай. ББ-1. Если что, тут подарок есть за 25 тысяч, его можно взять. Ту-2, если он у вас есть. А где лак? Вот лак. У него 12-миллиметровый пулемет. Давай. Ну, нажимайте. Готов. Подожди. 20-миллиметровая пушка? Как тут много, даже... 2 сантиметра аж. Так, сейчас я секу. Блин, запись, 3 косаря. Я хочу иву. Самолет. Так. Ну что там, когда готов нажмете? Я жду Валера. Жмяк. Все? Я не вижу, что ты готов. Я готов. Не верю. Я зеленым свечусь, блять. А, ну что, это у меня лагал. Дубина не помню. Там такие. Я за Великобританию на этот раз. Ёбаный не русский. Я англичанин. Предатель, к стенке тебя расстрелять. Пробей броню мою. Не пробито. Не пробито. Не пробито. И в глаз попал. Ебучий World of Tanks. Это раньше он был таким. Так, здравствуйте.